марта в 19:20 в социальной сети ВКонтакте разместил информацию о том, что на территории Ульяновской области появились 5 зараженных новым коронавирусом. Данную информацию я получил от родственницы, не проверил ее и после этого разместил в социальной сети. По данному факту в отношении молодого человека с сотрудниками полиции составлен административный протокол. Материалы проверки были направлены в Мировой суд города Димитровграда Ульяновской области, который 7 апреля назначил мужчине наказание в виде административного штрафа на сумму 30 000 рублей.